Перекресток на Спортивной. Водители говорят, сейчас сюда лучше не ехать. Посередине дороги несколько дней назад появилась яма. При плохой видимости есть большая вероятность повредить колеса или остаться без подвески. Благо я вот на такой машине. А такие машины, это же чревато. Колеса в дребезге. И все, и что потом? Дорога есть дорога. Ну, это... Делают, лишь бы делали, и все. Доделывают вовремя. На этом перекрестке движение всегда было активным. За день тут проезжают около сотни машин. Только заделывать яму никто не спешит. Аварийное место лишь временно огородили. Глубина ямы тут примерно метр. И есть большая вероятность того, что ночью ограждение можно и не заметить. И поэтому может пострадать не только автомобиль, но и человек. Судя по мятому аварийному ограждению, уже были те, кто его не заметил. Если бы водитель взял немного левее, проблем было бы не избежать. Очень некомфортно, слава богу, хотя бы ограждение поставили, потому что многие там уже колеса оставляли. Как нам пообещали специалисты МУП КПБ, ремонтные работы на поврежденном участке дороги будут выполнены в срок до 8 июля. Потому автолюбителям придется немного потерпеть и пока быть предельно аккуратными. Денис Макаров, Булат Абдульманов, новости НТР.